разозлился из-за беспорядка и напал на жену. В Татарстане осудили пенсионера, избившего свою супругу тростью. Как следует из материалов уголовного дела, в конце октября минувшего года 79-летний житель деревни Октябрь Муслимовского района республики, будучи в состоянии алкогольного опьянения, нанес 72-летней супруге удары тростью по различным частям тела. Причиной его агрессии стал невыброшенный вовремя мусор. Свою вину мужчина полностью признал. Суд назначил пожилому мужчине наказание в виде 4 месяцев ограничения свободы.